Юный изобретатель, 15-летний таджикистанец, сконструировал квадроцикл для людей с ограниченными возможностями. Газ и тормоз установлены на рулевой части, поэтому водители смогут сами без труда преодолевать даже дальние расстояния. С необычным транспортом и его создателем познакомилась Азиза Азиззада. Квадрицикл для людей с ограниченными возможностями здоровья работает от энергии солнечных батарей и генератора. Ему не нужны ни топливо, ни электричество. Махмуджон собирал машину 3 месяца. Говорит, хотел быть полезным людям. С помощью заряда, который вырабатывается в батареях, мы можем уверенно преодолевать большие расстояния. Мой квадрицикл не требует дополнительных затрат с экономической точки зрения и не наносит вреда природе. Сейчас изобретатель проектирует еще одно приспособление. Инновационная система пригодится для домов, расположенных высоко в горах, там, где нужно освещать большие помещения. Разработку школьник представит на городской олимпиаде. Он ежегодно участвует во всех олимпиадах, и его самым любимым предметом является предмет физики, который тесно связан со всеми его изобретениями. У Махмуджона большие планы. Он изучает иностранные языки и хочет показать собственные изобретения миру. Я хочу изучать архитектуру в одном из престижных университетов США и в будущем представлять Таджикистан на мировой арене. Интерес к изобретениям у Махмуджона появился в детстве. Пока его сверстники играли в песочнице, он наравне с отцом и дедушкой брался за ремонт домашних электроприборов. Мой внук очень смышленый мальчик. Дома мы называем его профессор Ризуев. Уже сейчас у 15-летнего юноши 4 собственных изобретения и много идей для будущих воплощений. Азиза Азиззода, Бахтовар Бахрулозода, Мир 24.